На дворе лето, поэтому приготовим фруктовый салат. Вкусно, быстро, оригинально. Погнали! Начнем с груши. Почистим от кожицы и нарежу мелким кубиком, как на оливье. Затем яблоко. Также нарезаем яблоко мелким кубиком. Нарезанное яблоко и грушу отправляем в глубокую тарелку. Затем возьму пару листиков мяты, порублю мелко. Манго почистим. И нарежу мелкой соломкой. Затем возьму апельсин, порежу на дольки. И сделаю вот такие улитки. Далее возьмем маскарпоне, немного сливок, сахара и хорошо все перемешаю. Возьмем кулинарное кольцо и выложим нашу основу. Затем берем манго и выкладываем в центр. И украшаем нашими апельсинами. Листочки свежей мяты. И добавляем сверху немножко сахарной пудры. По желанию можно украсить свежими ягодами. Всего 20 минут, и у вас на столе шикарнейший десерт. Живите вкусно, будь готов!